Хочу вам рассказать про чудную программу на ЗЕЛО, что стало гаванью пиратом Коминтерна. Братается здесь большевик и слезший с гор Начхо. И нерушимы крепятся узы через стакан граненый. И вот опять совки идут в потешный бой. Нет ни за лавры, монументы или баксы. Как царь желает красный царь Руси Европу закатить ордой, стреляя в спины поредевшим несогласным. И катится звериная орда, как тот дракон с десятиверстым жалом. Горит на лбу Горыныча червоная звезда, а на другой главе луна и крест, объятый пламенем вселенского пожара. За что воюешь ты, гомункул с гордой назвой Рус? Ой, за деньги, славу, или может Либенсраум, а может из-за окрика охрипшего хозяина ты трус и целящего спину барши базуков подлого за град отряда. Ну пусть кто-нибудь из вас, манкуртов янычарская орда, после ночного Дастархана на руинах Краматорска слив унитаз 2 литра спирта или иного вещества ответит мне на се. Ответит протрезвевший мне, или хотя бы не воняет дустом. Кто гонит вас стрелять своих родных сынов? Быть может, вы как курды, баски или ирландцы, бороните ридную мову. Или может водку называть горилкой, будоражит вашу кровь, и горло вы готовы перерезать дерзнувшему на это бандерлогу, а? Или может вы воюете за ваши правоверные церкви, мечети, капища, погоды мавзолеи или мекки, что словно золушки вдруг превратились в дворцы по мановению Кирилла, в миг перекрестившего их из туалетов. А? Скажи вам, за что идет война? Или может вся война идет за Сталинград, за красный флаг, за сгнивших заживо в разбомбленных лачугах дедов? Ведь зомбовизор может лишь истошно верещать про изобилие и мирный труд в стране советов. Скажи, Иван, за что идет война? Подумай тихо, и тогда, быть может, ненароком души не порванный аккорд запустит совесть и, взметнувшись в небеса, ПЗРК, былинная стрела, найдет, отыщет в Домодедово исконного врага, и разразятся небеса
и рухнет в преисподнюю кровавого диктатора. Зловещий борт. Зловещий первый борт, осужденный Всевышним Богом. Вот так вот. Он рухнет или нет? Иван, хватит сбивать наши самолеты, блин. Смотри, кто твои реальные враги. Вот они здесь все. В этом мавзолее, в этом паноптикуме коммунизма. В этом лепрозоре, куда их сослали. Со всей Венгрии, чтобы они здесь не мозолили глаза. Нормальным людям, которые хотят работать и жить. Они в утопию криться, в город солнца идти, за Кампанелло, за Марксом, за Лениным, за Куной Беллой, там, не знаю, за кем там, кто ваши там вожди там, это анабаптисты. Кто вы, крис, скажите, там, Йоан Гус, может быть, кто же там все крицы герои. Вот они здесь все крицы стоят и смотрят на меня ненавидящими, горящими зеницами. Что им от меня надо? Ну, они видят во мне жизнь, а у них только смерть, разрушение, гранаты, взрывы. Взрывы, убийства, они бредят как бы смертью, потому что их отец дьявол. И написано в Библии, что он человек-убийца, убийца. Его плоды – смерть, разрушение, деградация, вырождение. Вот за кем вы уже шагаете 100 лет. За Троцким. Знаете, как мне напоминает. Что там это? Троцкий убил Ленина, Сталин убил Троцкого, Хрущев убил Сталина, Сталина убил Брежнев, крица. Кто замочил ваших Андропова, крица? Вы сами себя пожираете, как та змея, которая себя хвост, крица, жрет. Ельцин себе, его зарезали на операционном столе в 95 году, посолили вам двойника, блин. Путина в этих же расплодился, блин. Как собак нестрельных, блин. Вы всем им верите, всем вашим вождям. Вас сажают в тюрьму. Вы против, вы выходите, вы за. Вы всегда будете за. А почему вы всегда будете за? Потому что вам нужна империя, вам нужна слава. Вы не хотите жить просто как люди. Вы не хотите, вот то, что написано в Библии, просто жить и радоваться жизни. Вам надо какой-то смысл искать. За кем-то бегать, на какие-то демонстрации. Искать, как говорится, антихристов, там, не знаю, врагов народа, там, несогласных, там, пусть и рай, там, да, вам уже помешали. Что вам помешали, пусть и рай? У вас вся Россия, блин, долбится жопу в ваших лагерях уже 100 лет, 17-го года. А вы там ищете, крица, в других людях, крица, изъяны. Да хватит уже искать изъяны, блин. Просто живите своей жизнью, крица, если вы хотите жить. И не указывайте другим, каким жить. Ладно, все. Надоел крестенько вам взывать. ЛТП закрыли на ремонт. Я все сказал. To be continued.